Открой дверь. Коля, я готовлю. Ну и какое отношение это имеет к моей просьбе? Ай, женщина. Даже не смотри. Знал, что это твоя? Не в этом дело. Смотрит в глаза, окаменеешь. Египетская сила. Из рыбацкого магазина манекен сбежал. Коля, неси на шатырь. Очухается, схожу за ремнем. А я какую клевую штуку в интернете заказал. На дебила похож. Ира, ты что надумал-то, а? Меня туда? А ну-ка иди сюда. Зачем? Я вам покажу пиковую даму. Че смеешься? Смешно. Это, гад, твоя идея, да? Мою трехкомнатную квартиру загробастать хочешь? Да смерть, она же баба. Она берет вначале умных и красивых. Так что тебе еще ждать и ждать. Психологическая зависимость. Забирайте их всех нахрен. Давайте присядем на дорожку. Ага. Так, Галя, мы 2 часа будем в пробке сидеть. Да. Вер, ты для меня как дочь. У тебя слабая голова, это от мамы. Галя, забери меня отсюда. Ты же знаешь, как я не люблю больницы. Вер, а может, ты его бросишь? Я хочу посмотреть... Какую бабу Галя ему вылепит? Я, между прочим, 500 рублей потратил на такси. Гунди, я тебя обратно отвезу за 300. У меня тоже есть планы на будущее. Обед, пиво. Да, позовешь маму, скоро и тебе понадобится. Скворечник вчера повесил. Так его мой внук повесил. Хреново повесил. Он упал вместе с Галчатым. Вот если бы ты на 11 дней... Галю вот в кругосветку отправил. Вот у меня были бы эмоции. А теперь целуй. Плохо выглядишь, а? Весь в маму. Я Насте обещал, мы давно договаривались пойти в цирк. Бегемота заменить. Волжанку сожгу. Ну, все-таки такой возраст. Ты кого старпером обозвал? А мне слышим друг друга. Слуховые аппараты не надо в переходах покупать. Оп, оп. Кажется, уже спускаемся. Дебил, мы падаем. Носим. А может, пора? А вдруг там мина? Ну, ты аккуратнее копай. Мину тоже можно продать. Я тоже хочу сделать объявление. Я хочу посмотреть телевизор. Египетская сила. А это что такое? Совместные прогулки по вечерам? Ты, значит, не сумасшедшая? Конечно, нет. Я бы еще поспорил. Коля! Хрен тебе! Вообще-то это копия. Египетская сила. Я вижу, у нас новенький. Давай, убирайся. Уже убрался. Отсюда убирайся.